У меня все рецепты проверены, мам, из интернета, мам. Картошку с яйцами перемешиваем. Перемешиваем. Хоть и семеси будет. Ты же рассказывала, что делюшки семеси. Потому что ты слишком медленно накапываешь. Что даже салатик весь какой-то склеился, даже ложки от ложки не отвлекали. Делаем салат. Как в тюрьме. Ты, Катюх, натирай. Яйца. Значит, 3 яйца вареных, 2 картофельные вареных. Я главный повар. Бригадир. Я поняла. Яйца на крупы? На крупы. Мне что делать? Ветчину. Ты, мамуся, берешь ветчину, все ее очищаешь и нарезаешь соломкой. Хорошо. Мелкой соломкой. Так много ветчины. Большому куску мам рот радуется. Картошку с яйцами перемешивать? Конечно, перемешивать. А разве мы не будем перемешивать? То есть зачем перемешивать? Нет. Мы слоями будем. Какой хоть слоями? У нас все будет перемешиваться. Это кисимиси будет. Ты же рассказывал, что не любишь кисимиси. Этот сладкий очень вкусный, тут надо кисимиси. О, умница, режь. Потому что много ветчины. Мне кажется, ты картошку не доварила, она чуть-чуть сыра соль дает. Давайте, все хорошо. Для тебя, чтобы в кадр попасть, я, видишь, левой рукой. Хотя обычно я правой. А почему, Катя? Чтобы видно было в кадр. Я левой рукой тру. Мне неудобно, страсти. Получается стереть? Чтобы хоть тебе показать. Что получается стереть? Получается. Дай посмотрим как. Ну-ка. У тебя что получается? Что у меня? Вот тут дофига получилось стереть. Вот умница. Вот так и надо. Только надо было еще... Что вот такие бруски? Вот так ты будешь есть? Нельзя было пополам еще? Вот ты так сказал разрезать. Соломкой. Нет, все так... тебе не так и не так. Мы будем отдельно готовить, будем есть одни. Потому что ты слишком медленно накопаешь. Все, молчу. Чего ты хочешь? Ну, подъедай, человек. Все, подъедай. Так, держи, Катюх, у тебя сыра. Натираешь на терке тоже. А, я умею резать. Прям вот так вот трем сырок. Прям. Тяжело, сыр тереть тяжело. Дальше мне что, лук? Лук не надо. Все, что ли? Что-то по-простецкое. Половину тебе. Он такой вкусный. Вкусный, я да? Я себе тоже хочу к чему. Ну, будете. Бросай вон туда. Что бросай? Вот прям аж пахнет. Сейчас, погоди, как скажи. Как называется, забавься. Ляжский рябчик хороший. Ну так вот вкусно. Вкусный вам салат. Почему? Потому что колбасы много. Я вам плохого не посоветую. Я бы еще и не возьму плохого рецепта. У меня все рецепты проверены, мам, из интернета, мам. Не только из интернета. Но в магазине покупаешь такие салаты. Вон, Катюхе оставим кусок. Ты мне так орешь пуха. Катюхе оставим кусок. Так обильно прям сверху. О, гля, сколько. Ты запоминай, перца сверху сыплю. Много. Много не надо. Но я есть хочу. Садись, будет сейчас есть. Я не люблю с перцем. Много не кладу. Поэтому чуть-чуть перца. У меня же прям тупо пахнет. Так, майонез. Давай, мешай. Ложку дай. Надо там 3 ложечки. Давай. Ой, так много майонеза. Это кажется. Специально делай. Чтобы мы не видели. Ну, вкусняшка. Салат нежный называется. Ой, не, Рафаэлла. Нежный. Уже нежный Рафаэлла. Да. Мажут на крекеры или на печенье. Очень вкусно. А как что-то такое на крекеры? Вот он такой воздушный получается. Сейчас попробуем салатика. Что даже салатик весь какой-то склеился. Даже от ложки не отвлекай. Каштафана много? Нет. Мне кажется, правда, надо лук. Или огурчик. Да. Разбавить. Да, или огурчик. Ну, в целом нормально, такой вкусный. Угу. Не забываем, подписываемся. Ставим лайки. Пишем комментарии. Пока. Еще много впереди рецептов.